15 апреля в Казанском федеральном университете стартовала конференция «Татарстан-Апекс-ПРО», организованная Институтом геологии и нефтегазовых технологий. Она проводится уже в 6-й раз. За 5 лет проведения конференции участниками стали более 800 человек из разных регионов России, а также из стран ближнего зарубежья. В этом году мы смогли поддержать всего 90 человек, да, из 300 заявок, которые были. Вот. И я уж, наверное, тут я вижу, вот ребят сказали мне, что есть и старожилы, которые уже не первый раз сюда приезжают, из очень многих городов России. Это и, значит, Петербург, Москва, Самара, значит, Казань, естественно, да, значит, Альметьевск, Екатеринбург, Тюмень, Томск, Омск, Новосибирск. То есть вся Россия представлена на этой конференции. Международная молодежная конференция «Татарстан-Апекс-ПРО» – это уникальная возможность для студентов оценить свои пути развития, научно-исследовательской и производственной деятельности, получить поток новой информации, обменяться опытом и знаниями со студентами из разных стран, зарекомендовать себя в качестве будущего специалиста и обзавестись новыми знакомствами в нефтегазовой индустрии. Конференция – это вообще, я считаю, это хорошая прокачка скиллов, да, прокачка как мастерства публичных выступлений, так и погружение уже в основы исследовательской деятельности. Любая работа – это уже небольшой, на самом деле, проект, это подготовка вас, да, к будущей проектной деятельности. Участниками конференции стали обучающиеся высших, средних, специальных, средних, профессиональных учебных заведений, а также молодые ученые, специалисты организации нефтегазовой отрасли. Конференция завершится 16 апреля. Елизавета Никитина, Фариза Хитаглы, Универньюз.